У эфиры подкаст «У контексте». И с вами ведущие Леся Руднік и Александр Мазуркін. «У контексте» — это подкаст, у яким мы размовляем с экспертами, которые помогают нам зрозуметь, что отбывается у свете и как эти подеи уплывают на Беларусь. Нам важно ваше меркование, тому мы витаем ваши комментарии и отзнаки на платформах, на яких вы нас слушаете. Привітанне, дорогие слухачы, привітанне, Саша. Сёння мы размаўляем пра вялікую і важную ў свеце краіну ЗША. Распавядзі, Саша, з кім мы будзем размаўляць і пра што? Привітанне, Леся. Сёння будзем размаўляць з мэрам невялічкага горада, які называецца Sunny Isles Beach у Флорыдзе. Мэра горада завуць Ларыса Свечын. Пра яе многі ўжо ведаюць, таму што яна давала некалькі інтэрв'ю беларускім медыя. Яна беларуска з Гомеля, калі пераехала ў ЗША, ёй было толькі 6 гадоў і стала зараз мэрам. Паразмаўляем з ёй пра яе палітычную кар'еру. Як увогуле амерыканцы глядзяць на падзеі ў нашым рэгіёне і ў Беларусі. Выдатна, пагналі. Здравствуйте, Лариса. Вы переехали в США совсем маленькой и фактически выросли в Америке. Откуда у вас интерес к политике и почему вы захотели стать мэром? Ну, интерес у меня к политике никогда не был. Вообще, политика в Америке, ну, я бы сказала, на это не учишься. Я вообще училась сначала на художника, потом я заканчивала на, типа, обычное американское образование. В общем, оно общее. И я всегда после школы жила в Нью-Йорке. И когда мы вернулись назад в Флориду, потому что мои родители уже как-то, ну, были уже старенькие, я хотела им помогать, и я была беременна третьим ребенком и решила семьей заниматься, когда мне было беременна с четвертым ребенком. И начинается типа такое, как жизнь, где человек, как я, который не может просто сидеть на месте, начинает людям помогать волонтерством, там, в школе, там, в других 501c3s, non-profits. И люди, когда видят, что тебя зовут, и ты приходишь, и помогаешь, они начинают тебя как-то больше звать. И потом просто случилось, что было открыто вот этот спад, это место в нашем городе. И я попробовала, и меня выбрали. Все потом пошло. Очень интересно. Лариса, можете вообще в целом пояснить, как вы себя чувствуете, как американка, или все-таки есть частичка в вас белорусский, которая в какие-то моменты становится более заметной, более ощутимой? Тяжело сказать, потому что когда мы приехали в Америку, я помню, когда была маленькая, я не понимала разницу Беларуси, Россия, Украина. Для меня это все было то же самое, потому что вот я родилась в Беларуси, но летом мы ехали в Россию. Когда мы приехали в Америку, вообще никто даже не знал, где Беларусь. Мы просто говорили «Россия», а потом это было как-то Советский Союз. Здесь считался Советский Союз, типа, плохое слово. И как-то немножко теряешь себя, потому что не понимаешь, откуда ты, и... Конечно, я здесь выросла, но я выросла в Майами, где все говорили на испанском. Так у меня, типа, все немножко перепутано. Да, я считаю себя американка. Когда там, типа, праздники, тогда, конечно, я тянусь вот ту часть в этом мире, которая связана с Белоруссией и с Россией. Я могу сказать, что когда я вернулась в Беларусь, уже взрослая, первый раз, все вообще удивились, что я помнила, где все, там, в Гомеле, где я родилась. Я знала, где садик, я знала, где наш дом был. И я даже не знаю, как я это все вспомнила. Все-таки там что-то есть, да, 100%. Мои дети считают себя типа половину белорусы, но это смешно, они же здесь родились. Ну, мы посмотрели у вас на сайте, где вы описываете свою политическую роль. Вы все-таки упоминаете, что вы выходец из Советского Союза. Делайте на этом акцент. Ну, во-первых, я спросила моей мамы, я говорю, я вообще говорила на белорусском, она сказала, ну да, немножко, да, вы должны были хотя бы понимать. Я это как-то не помню. Я помню, что там Ленин, вот чего мне как-то больше связано с Советским Союзом. И я даже старалась в одно время получить гражданство из Белоруссии 15 лет назад, чтобы я могла туда легче ехать, потому что мне же все-таки нужно получать визу. И мне сказали, да, конечно, приезжайте, живите здесь 7 лет, forget it. Ну вот, а как ваши избиратели вообще относятся к вашему происхождению? Вообще это как-то всплывает в ходе вашей работы? Я вообще даже не знала, что у нас здесь только много белорусов в Sunny Isles Beach. Не только из Беларуси, даже из Гомеля. Они как-то все появились, и я думаю, они не то, что они прятались, но когда они узнали, откуда я, они начали мне звонить, и вообще здесь большая диаспора белорусов. И как-то для меня это, там, типа по-английски sense of pride, гордость, что они здесь, и они смотрят на меня как человек, который ихний. Это для меня я не ожидала. А с другой стороны, те, которые русские или которые здесь, может быть, были пару лет, они думали, что я только приехала почему-то из России,
что вот я приехала и хотела быть там мэр, и я не имею никакой связи с Америкой, и вот она там решила, что она будет этим заниматься. Так, с другой стороны, я должна доказать, что да, я как американка. Это немножко получается сложно, потому что люди хотят, чтобы человек был как-то типа один. В смысле, вот надо знать именно, кто ты и откуда ты. А у меня как-то все перемешано. Тем более у меня много из моих родственников живут в Израиле. Расскажите немножко про ваш город и вообще про, может быть, его особенности. Может быть, немного тоже для наших слушателей. Вы стали в свое время достаточно знаменитой персоной. Много было новостей про то, что вот, посмотрите, выходец из Беларуси стала мэром в Соединенных Штатах Америки. Поэтому многим интересно узнать именно про этот город. Наш город, говорят, что новый, ну, в этом году будет 27 лет, но это не то, что его здесь не было. Просто incorporation, как называется официально Sunny Isles Beach, это 27 лет назад. Но всегда оно было, я думаю, больше, чем 100 лет. Просто Sunny Isles. И интересно, что сейчас все русскоязычные называют наш город просто Sunny. Когда я здесь жила, ну, и ходила в школу, здесь ничего не было. Ну, в смысле, было, но всякие такие маленькие hotels, motels, не больше, чем 2 этажа. Здесь вообще небогатые люди жили. Ну, все равно было очень приятно, потому что, конечно, это на океане. Это всегда хорошо. А через какое-то время началось все меняться. И developers, ну, люди, которые занимаются вот condos и покупают дома, и продают дома, не знаю, как по-русски это... Застройщики. Да, застройщики. Они очень быстро поняли, что здесь можно строить, и можно строить там вообще на океане, где нигде не разрешали. У нас в это время не было, и даже до сих пор нету законов против этого. Начали покупать вот эти все маленькие hotels. Если люди бы знали в то время, что за 25 тысяч можно купить вот эту комнату, в этот hotels, и потом можно его продать за 3 миллиона, все были бы очень богатые. И вот это все как-то началось. И что все знают про нас, это что у нас, как считается, vertical city. Наши дома, самые высокие, которые сейчас начинают строить, будет 75 этажей. Ну, все знают сейчас, что Sunny Isles Beach. Но, с другой стороны, вот около нас другой город, который очень похожий, они всегда говорят, мы не хотим быть как Sunny Isles Beach, что там такие высокие дома, и здесь солнце не видно. Я говорю, вы не хотите быть богатые, окей, это ваша проблема. Для меня, я считаю, это хорошо, потому что у нас получаются налоги такие большие. У нас больше парков. Любой город в Майами, даже в South Florida, такого нету. Любой человек может пешком дойти до парка, не только там маленькая площадка, а красивая всегда такое. Я называю у нас город один большой кондоминиум. Даже когда там жвачка где-то на улице, мне звонят и говорят, ох, у нас так грязно здесь. Это маленькая дырочка, мы очень быстро это все должны починить. Так вот, чего люди очень любят к нам приезжать, потому что для них это так, все здесь чисто и красиво. Но очень дорого. Лариса, очень интересно, сразу такая теплая атмосфера создалась. Расскажите нам еще, было ли сложно вам как женщине пробиваться в политику в США? Все-таки мы думаем про ситуацию иногда белорусскую и понимаем, что женщинам достаточно сложно влиять на политические процессы, даже внутри вот каких-то демократических движений. Насколько вам было сложно вот в роли женщины пробиваться в политику в США? Для меня оно было не так сложно, потому что у меня как-то всю жизнь... Все, что я добивалась, оно как-то было по ошибке. В смысле, кто-то, который должен был взять эту роль, что-то случилось. Они либо решили в другую сторону, или как-то там, как я говорила, как я вообще вошла в политику. Вот та женщина, которая хотела быть второй терм, когда я записалась против ее, она решила, окей, я не хочу, это ты можешь там заниматься. Насчет мэра, другой человек должен был вообще избираться, но, к сожалению, у него там здоровье было, проблемы. И как-то это все пошло. Люди, когда на меня всю жизнь смотрят, они не ожидают от меня то, что я могу добиться. Когда мне спрашивали вот этот вопрос, тяжело было добиться как из Беларуси или как иммигрантка, я говорю, нет, тяжелее как женщина. Потому что до сих пор, куда я не пойду, я стою около мужчины, ну, хотят меня там со мной поздороваться, и говорят, о, вот это мэр Sunny Isles Beach. Они руку дают всегда мужчине. И на меня всегда, о, ты мэр Sunny Isles Beach, не похожа. Я говорю, а на кого я должна быть похожа? И вот это еще другая причина, почему для меня это так важно, чтобы мои дети, именно моя дочь, у меня 3 мальчика, 1 девочка, чтобы она знала, что, во-первых, она все может в жизни, что она хочет делать, но это не будет легко. Важно это знать прямо с детства. Я думаю, вот как мы приехали из Беларуси, и у нас ничего не было, я это выучила, когда еще была очень маленькая.
И это мне сильно помогло всю жизнь, что я никогда не считаю, что мне что-то будет легко. Я уже готова, что это будет тяжело. И до сих пор это тяжело, потому что то, что там, например, публика или люди, которые, как считается, я не знаю, если правильное слово, мои враги, они бы такое про мужчину никогда не говорили. Ну, что делать? Скажите, а насколько вообще в целом тяжело быть политиком в США? Многие сейчас утверждают, что все меньше людей на Западе хотят идти в политику, все меньше становятся членами политических партий, что вся жизнь и переписка политиков вне зависимости — это местный уровень, на федеральный уровень, что вся переписка под микроскопом, СМИ смотрят, оппозиция, оппоненты смотрят, что культура политической корректности делает сложным обсуждение, и идеальных людей в целом нет. Сталкиваетесь ли вы с этим? Да, как раз у нас будут выборы в ноябре для президента, но тоже у нас местные выборы. И есть люди, которые в нашем городе, они ко мне подходили, встречались со мной, спрашивают, женщина одна, другой мужчина, как вообще этим заниматься, как начинать. И первое, что я им говорю, что посмотрите, как люди со мной общаются на social media, и когда ты записываешься на как это пути, ты открываешь себя на все. Если про тебя что-то не найдут, они придумают. Типа, когда у меня были выборы, сказали, что там, типа, Путин мне подарил 500 тысяч долларов на мой кампейн. Я говорю, я очень обижаюсь, потому что если бы это всё-таки был Путин, только 500 тысяч. Ну, всякое такое ерунду придумывает, и люди испугаются, потому что они говорят, я не хочу, чтобы знали, там, сколько у меня детей, сколько лет детям, может быть, про моего мужа. Кто знает, у всех есть что-то. И, как я говорю, если нету, они придумывают. И это очень тяжело, потому что в Америке вот этот у нас то, что хорошо и плохо, First Amendment, есть право сказать, что ты хочешь. И придумывать тоже можно. И все-таки, потому что так легко люди начинают про тебя думать, что это правда, но говорят, что только надо три раза сказать где-то, что что-то правда, и люди начинают думать, что да, это все-таки не врут. Это очень тяжело людям тогда подписываться. И они мне сказали, вот они отказываются, они это не хотят, они видят, что происходит, и им это не нужно. Тем более, потому что вообще зарплата — это не зарплата, это почти делаешь это бесплатно. И мне это очень часто спрашивают. Вообще, зачем ты это делаешь? Зачем тебе это надо? И для меня это все тот же самый ответ. Потому что я как-то с детства меня научили, надо, ты приходишь кому-то в гости, надо оставить лучше, чем ты нашла. И всегда надо помогать. Я вижу сейчас у нас такой переход в Америке. Я постоянно ищу людей, которые, может быть, не хотят, но я считаю, они обязаны. Потому что если у них есть что-то, которое они могут помочь, даже если это на пару лет, они должны. Потому что если нет, только те, которые не имеют самые там типа best intentions, тогда будет этим заниматься. И мы это видим в политике. Вот даже посмотрите, кто у нас на выборах президента. Байден. Они не могли кого-то лучше найти. Для меня это очень странно, что мы дошли до этого. Расскажите вообще, какую вы партию представляете? Почему вы выбрали именно ее? Я Republican, Republican Party. И раньше я считала, даже не надо. Вообще люди спрашивали, я говорю, какая разница? Но сейчас есть разница. Не потому что официально разница. Но люди себя как-то перебили на одну сторону или другую. Они думают, что они могут все про тебя выяснить, если ты им скажешь, кто ты, какая партия. Все, что я считаю правильное, которое хорошее, которое я хочу, типа мои все идеи, они больше связаны с Republican Party. Это не имеется в виду, что у меня нет какие-то части, которые демократы тоже поддерживают. Но, например, все, которое связано с Израилем. Это очень четко видно, что это Republican Party, это очень поддерживает. Демократы, я думаю, это больше как-то поддерживают, потому что будут выборы. То, которые связаны с бюджетом и как деньги тратить. То же самое Republican Party. Тот, который связан с жизнью, семьей, с кем ты будешь там жить, будешь рожать, не рожать, это сейчас считается больше, которое social issues, связано с демократом. Но что интересно, люди не понимают. Вообще это считается libertarian. И люди это слово не знают. Libertarian — это вообще самое правое-правое из Republican Party. Но когда люди слушают это слово, они думают, что liberal. А libertarian — это люди, которые считают вообще, чтобы государство не связывалось вообще с семьей, вообще с моей жизнью. Если я хочу сидеть там на улице с пистолетом на лавочке, я могу это делать. Оно такое very libertarian политика, которой очень мало людей сейчас этому подписывается. Как вы думаете, белорусы в целом голосуют больше за демократов или за республиканцев? Республиканцев, 100%.
я бы сказала, не только белорусы. Ну, вообще в Флориде большинство, даже если они записаны демократом, они голосуют за республиканцев, потому что, ну, с одной стороны, им немножко страшно, потому что, опять, все, что показывает на social media, не всегда правда. Когда непонятно, что происходит в мире, и то, которое связано с финансами, и что у нас вообще происходит с inflation, очень страшно. Мы такое никогда не видели. В Европе, это, например, это всегда как-то было, что бензин так дорого стоит, все очень дорого стоит. А у нас это как-то все было очень дешево, и мы просто привыкли к этому. И когда у нас в офисе президент, даже не только президент, губернатор, который Republican, видно на маркет, сколько люди зарабатывают, это заметно. Вот мы часто слышим из разных источников про то, что есть такой раскол в Конгрессе и в политической системе в целом в США. Насколько вам кажется, что это соответствует правде? Это theater. К сожалению, даже это у нас, я только недавно заметила, что те, которые в политике, чтобы попасть больше на телевизоре или на social media, или просто тебя постоянно рассказывали, даже если это что-то плохое, безразлично, они все равно хотят. Те, которые получают больше airtime, к сожалению, больше про них даже интереса есть, когда время выбирать, их выбирают, даже если они им не нравятся, просто потому что они их имя помнят. Так я не знаю, даже если я ответила на ваш вопрос, очень непонятно, что происходит, когда двери закрываются. Тем не менее, помощь Украине и Израилю до сих пор не была принята в Конгрессе. Как вы думаете, смогут ли республиканцы и демократы договориться? И если да, то когда? Вот это что интересно. Сейчас республиканцы хотят поддерживать Израиль, но не Украину. И это странно, потому что ideologically это как-то не сходит. Я думаю, что придет время и ближайшее время, потому что как мы ближе доходим до выборов, на обе стороны, и демократы тоже, они должны договориться, потому что если нет, у них не будет даже никакой шанс для президента, для Байдена. Я не знаю, сколько, но поддержка должна быть, и она будет. Как вы видите по избирателям, люди поддерживают помощь Украине или все-таки много вопросов среди, в том числе, ваших избирателей? Это тяжело сказать, потому что где я живу. Даже когда мы сюда приехали, я только поняла, когда я уехала из Майами, что где вот мы, это не как Америка. Это вообще даже не похоже на Америку. South Florida больше, чем 70% иммигрантов. В Сани я посчитала 90% иммигрантов. И не только иммигранты, которые там типа бабушка приехала или даже мама приехала. Они все zero generation, даже не первый generation. Они как я считаюсь zero generation. Мои дети считаются первый generation. И мы на это все смотрим как-то по-другому. У нас об этом даже, интересно, не разговаривают. Потому что у нас столько много русскоязычных, которые либо там из России родились на Украине. Я всегда, вот когда я разговариваю с американцами, я им стараюсь объяснить, я говорю, окей, вы понимаете, что есть страна, есть национальность и есть язык. Они мешают это и думают, что это все одно. Я стараюсь объяснить, я говорю, вот да, моя мама родилась в России, жила в Белоруссии, знала белорусский язык и русский язык, но она считает себя советской. И здесь, в Сане и в Сан-Флориде, об этом даже как-то не разговаривают. Как они разговаривают вот в штатах, как Нью-Йорк, Калифорния, DC. Мы как-то не очень вообще знаем этот вопрос. Можно ли сказать, что американцы в среднем не очень следят за новостями в Европе, в России, в Азии? Их интересуют больше внутренние вопросы? Внутренние только когда что-то случается, когда война начинается. Когда война началась в Украине, мне все начали звонить, типа там с газетов, с радио, с телевизора, и где-то через месяц уже забыли. Больше интереса не было. Потом, когда год прошел, о, это был уже год, может быть, вы можете пару слов сказать. Небольшой интерес. И, может быть, даже в Европе уже началось так же. У людей, они любят что-то читать очень быстро. Если это им интересно, это интересно только на этот момент. А потом что-то следующее. Это news cycle очень быстро двигается. Я стараюсь читать новости не только в Европе. Я читаю с обе стороны, слева и справа. Если у меня есть какой-то интерес, я читала, что там какое-то убийство или что-то такое, трагедия была, я потом ищу follow-up, что случилось после. Никогда не найдешь в Америке. Его просто нет. Это забывает уже, это неинтересно. Все. И это, к сожалению, так у нас последние 20 лет, я думаю. Серьезного журнализма у нас уже его больше нету.
когда люди здесь раньше садились в 6 часов, семья садилась, смотрели новости, там были такие серьезные журналисты, которые много времени занимали, вот больше чем час была вот эта новость, и всем было это интересно, и на следующий день продолжало, этого уже нету. Давайте продолжим смотреть на ситуацию внутри, и, может быть, вы можете еще один аспект такой, достаточно сильно связанный с имиджем Соединенных Штатов, это построение стены между Мексикой и США. Расскажите, насколько вообще кризис сегодня в серьезной стадии, и как вы думаете, будет ли стена в итоге построена? Я не знаю про стену, как эта стена еще до сих пор не построена, вообще как это будет решено. Стена не единственная причина, почему у нас это сейчас проблема. Policy — это проблема. Когда люди опять спрашивают, почему мы приехали в Америку, когда мы приехали, я сказала, это не потому, что там нас отпустили. Нас всегда были готовы отпустить, потому что Америка нас пустила. А сейчас у нас как-то вообще все открыто. Опять, где мы живем, мы к этому привыкли, потому что у нас из Хаити, из Кубы хотя бы один раз в месяц, если не больше, прямо у нас на береге приезжают какие-то лодки. Мы их быстро поймаем, и они едут там в immigration, ICE. Это для нас норма. Что сейчас происходит, это ненормально. Не только потому, что это много людей, а потому что это не то же самое люди, которые раньше приезжали. Раньше приезжали, потому что они все-таки хотели как-то работать и помочь там семье и что-то здесь строить. А сейчас это типа как открытые двери, и все просто едут, чтобы делать, что они хотят, и уже выяснили, что Америка тебе даст где жить, даст тебе документы, даст тебе кушать, одеться, школу, все для тебя, тебе не надо вообще ничего делать. И все-таки это как получилось в много штатов. Очень страшно, потому что не страшно, что типа там, как американцам, мы не хотим людям помогать. Это то, что зачем человек, который зарабатывает там minimum wage, всю жизнь работает, зарабатывает 15-20 долларов в час, пахает и даже не может куда ехать отдыхать. И вдруг кто-то приехал из Мексики, из любой, не только из Мексики, я знаю, что даже с России, с Украины едут через Мексику сейчас. Не должны ничего делать. И получают все то же самое. И даже им легче. Потому что им не только дают это, они даже им показывают, как это все делать. Если они не знают, что именно вот эти законы мне будут помогать строить мою жизнь, строить жизнь для моих детей, что любой человек это может делать и не работать, тогда теряется этот work ethic. Зачем вообще кто-то будет страдать и учиться, и стараться, если не надо? Это очень страшно. Мы уже немного поговорили о предстоящих выборах президента США. Многим в Европе и в Беларуси непонятно, почему американцы голосуют за Трампа или, возможно, будут голосовать за Трампа, несмотря на все административные, уже, возможно, уголовные дела против него. Но также многие не могут понять, почему у демократической партии нет другого кандидата, кроме Байдена, которому уже очень много лет. Вы можете нам объяснить, что происходит? Нет. Мы очень часто об этом разговариваем моим кругом, потому что, с одной стороны, как Republican, мне, конечно, очень интересно знать, что столько много людей поддерживают Трамп, потому что мы считаем, что он выиграет. С другой стороны, он такой необычный человек, и непонятно даже, как он дошел до этой степени, потому что, во-первых, он не политик, и ну, вы же видите, как он разговаривает, что он говорит. Иногда он говорит то, что даже люди немножко им даже непонятно. У него нету фильтр, и вот что нам нравится, что он нетипичный. Может быть, мы не согласны, что он там говорит, но это не важно. Мы согласны на его policy, что он хочет сделать. Байден вообще я не понимаю, потому что когда я первый раз голосовала, это было за Клинтон. Мне было как раз 18 лет. И в то время на эти выборы, как я сейчас понимаю, не только демократы за него голосовали, республиканцы тоже, потому что он был типа такой человек, который люди на него смотрели и видели, что будущее будет хорошее. Не то, что он там был такой молодой, но энергия у него была такая, харизма, образование. И даже после него, когда пошел там Буш, может быть, не все там поддерживали его, но все равно было типа такой statesman, как сказать. Сейчас, что у нас происходит с Байденом, я на него смотрю, когда он разговаривает. У него было вот State of the Union address. Я не знаю, если вы это смотрели, если переводили. Это было как немножко стыдно на это смотреть, потому что то, что было интересно, это когда он шутил. И эти шутки были как-то непонятные. Зачем даже шутить, когда это должно быть что-то серьезное? И для меня это он старается быть больше как Трамп. Типа, о, я тоже могу там сказать всякую ерунду. И это идет в сторону, которая даже непонятна. Ну, что я вижу хорошо про это. Все идет как типа waves. Может быть, мы сейчас здесь, следующее будем подниматься. Как-то люди должны на это смотреть и сказать, окей,
хватит, пора, что я уже буду стремиться. То, что вы спрашивали раньше, почему больше не хотят ходить в политику, я думаю, они должны видеть, что сейчас происходит, сказать, окей, мы должны. Даже если, может быть, не я, я найду того, кто может, и я буду их поддерживать, им помогать. Даже если бы я была там демократом, я бы не выбрала Байден, потому что кто знает, сколько у него даже лет остается, потому что не выбираешь его, выбираешь его running mate, vice president. Еще даже непонятно, кто это будет. Я не думаю, что это будет Камала. Потому что все знают, что вот именно за этой причиной. Мы тут часто думаем про то, каким образом повлияет выбор американских граждан на дальнейшее развитие в регионе, ну, вообще на политику в отношении Беларуси, Украины, России. Как вы думаете, в чем будет разница в случае, если на выборах победит Трамп или если победит Байден? К чему вообще нам здесь в регионе готовиться? Я не думаю, что это будет большая разница. Потому что сейчас как-то дошло до того, насчет вот Белоруссии, Украины, Восточной там Европы, оба демократы и республики, они больше похожи сейчас на друг друга. Может быть, не ideologically, но то, что они говорят, они будут делать. И они уже понимают, что надо быть как-то больше посредине. Мы хотим то же самое. Мы хотим стабильность, мы хотим, чтобы там было все как-то типа хорошо. Не только потому, что американцы не хотят связываться, это я точно знаю, foreign affairs. Большинство американцев, они не хотят вообще, чтобы Америка лезла в Европу, в Россию, в Украину, в Израиль. Мы не хотим за это платить. И вот чего я считаю, что это не будет большая разница, кто будет в офисе, Байден или Трамп. Почему вся Америка хочет переехать во Флориду и Техас? Сейчас очень много новостей о том, что средний класс переезжает туда. По всей видимости, что-то связано с налогами. И, может быть, сразу второй вопрос. О чем бы вы порекомендовали думать белорусам и белорусскам, которые туда хотят переехать? И, может быть, следует ли им тоже, как хороший путь интеграции, становиться политически активными сразу же, когда они туда приезжают? Нет, это я не советую. Во-первых, это занимает очень много времени и денег, и это иметь нужно типа такое сильное желание. И перед тем, как иметь это желание, надо понять вообще, где ты, кто ты и что ты хочешь. Почему все хотят во Флориду? Да, связано с налогом 100%. Потому что даже когда мы переехали из Нью-Йорка сюда, летал туда и обратно, переезжая сюда, я получила на 20% как-то повысилась зарплата. 20%. Меньше налогов я должна была платить. Что у нас сейчас получилось? Потому что столько много переехали от Нью-Йорка, Чикаго, там, Пенсильвания с ихними зарплатами, у нас повысились, сколько стоят квартиры, сколько все стоит, потому что они намного больше могут платить. Так у нас сейчас получается немножко маленькая проблема. Квартиры, которые как-то обычный человек, который живет в Флориде и получает нашу зарплату, сейчас не может платить за эту квартиру. У нас вообще большая проблема с этим. Так вот, что получается, многие не переезжают в Южную Флориду, как раньше. А уже начинается типа Central, Orlando, Tampa, туда. И, конечно, почему? У нас отличная погода. Очень близко пляж с любой стороны. Люди здесь типа такие super relaxed. Для меня это было сначала тяжело. Надо было к этому привыкнуть. В смысле, вот здесь, если пойдешь заказывать кофе, можешь ждать 45 минут. Кто-то с кем-то болтает, разговаривает, типа все там на Miami Time отдыхают. И я всегда говорю, когда я жила в Нью-Йорке, я выходила из метро, вот человек, который продает кофе, и там этот бутерброд, который я покупала утром, оно уже было готово, когда я подходила, потому что он уже знал, что я хочу, и он знал, как быстрее он может их продавать, ну, как быстрее он может уходить домой. А здесь это считается как island time. Чувствуешь, что ты всегда можешь отдохнуть, это люди хотят жить, где можно отдыхать. С другой стороны, мы очень часто говорим «free state of Florida», что мы здесь очень свободные, можешь делать, что ты хочешь, и тебя государство не будет очень трогать. Да, это тоже правда. Может быть, это не по-законному правильно, но такое чувство есть. И, естественно, все хотят себя чувствовать, что они свободные. Что происходит сейчас в Нью-Йорке, я даже это не понимаю. Для меня это очень страшно и странно. Лариса, спасибо большое за это интервью. Было очень приятно с вами поговорить. Спасибо. Спасибо вам.